Мен устазбан. Я учитель. Обучаю детей в школе. А кем работаете вы? Здравствуйте! Это очередной выпуск программы обучения казахского языка. Меня зовут Бахчан Турсунов, и мы начинаем! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшняя тема нашего урока – профессии, либо специальности. Қайырлы күн, құрметті достар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – мамандық және мамандық иелері. В жизни у каждого человека есть свое предназначение. Если человек найдет свою любимую работу, он никогда не будет работать, а просто будет получать удовольствие. Өмірде әр адамның өз орны бар. Егер адам өзінің сүйікті жұмысын табатын болса, ол ешқашан жұмыс істемейді. Тек сол жұмысынан ләззат алады. Мне интересно знать, люди какой сферы деятельности слушают наши уроки. Возможно, вы доктор или государственный служащий. А как будет на казахском языке государственный служащий? Итак, государственный служащий, мемлекеттік қызметкер. Обратите внимание на экран. Экранға назар аударыңыз. В казахском языке есть особые суффиксы, которые помогают нам узнать, кто кем работает. Это суффиксы «ш», «ш», «гер», «кер» и «пас». Казах тілінде мамандық иелерін анықтайтын ерекше жұрнақтар бар. Ол «ш», «ш», «гер», «кер» және «пас». Давайте начнем с суффиксов «ш» и «ш». «Ән» – это песня. «Әнші» – это певец, который исполняет эту песню. Давайте повторим. «Ән» – песня. «Әнші» – певец. «Ән» – песня. «Әнші» – певец. Сурет – картина. Тот, кто пишет картину – художник, суретші. Давайте повторим. Картина – сурет. Художник – суретші. Картина – сурет. Художник – суретші. Балык – это рыба. Балыкшы – это рыбак. Давайте повторим. Балык – рыба. Балыкшы – рыбак. Обратите внимание на экран. Необходимые суффиксы мы подбираем по звучанию. Смотрим на гласные звуки. Если слово состоит из мягких гласных, то мы добавляем суффикс «ще». Например, «ән» – «әнші». А если слово состоит из твердых гласных, мы добавляем суффикс «ші». Например, «балык» – «балықшы». Қажетті жұрнақтарды біз сөздегі дауысты дыбыстарға қарап жалғаймыз. Егер сөз жіңішке дауысты дыбыстардан құралатын болса, онда «ші» жұрнағы жалғанады. Ал егер жуан дауысты дыбыстардан тұратын болса, онда «ші» жұрнағы жалғанады. Следующие суффиксы – гер, кер. Например, гарыш – это космос. Гарышкер – это космонавт. Давайте повторим. Гарыш – космос. Гарышкер – космонавт. Гарыш – космос. Гарышкер – космонавт. Зан – закон. Зангер – юрист. Давайте повторим. Зан – закон. Зангер – юрист. Обратите внимание на экран. Суффиксы мы подбираем в зависимости от того, на какой звук заканчивается слово. Если слово заканчивается на глухой звук, мы добавляем суффикс «кер». Например, «гарышкер». А если слово заканчивается на сонорный и гласный звук, то мы добавляем суффикс «гер». Следующий суффикс – это «пас». Например, «Унер» – это искусство. «Унерпас» – это деятель искусства. Давайте повторим. «Унер» – искусство. «Унерпас» – деятель искусства.
Өнер – искусство. Өнерпаз – деятель искусства. Ас – еда. Аспаз – это повар. Ас – еда. Аспаз – повар. Обратите внимание на экран. Суффикс «паз» добавляется как к гласным, так и согласным. Уважаемые друзья, чтобы вам было более понятно, давайте разберем ситуацию. Человек пришел устраиваться на работу. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болу үшін біз бір жағдайды қарастырып көрейік. Белгілі бір адам жұмысқа орналасуға келді. Здравствуйте! Сәлеметсіз бе? Я бы хотел устроиться к вам на работу. Мен сіздерге жұмысқа орналасайын деп едім. Я бы хотел устроиться к вам на работу. Мен сіздерге жұмысқа орналасайын деп едім. А кем бы вы хотели работать? Ал сіз кім болып жұмыс істегіңіз келеді? А кем бы вы хотели работать? Ал сіз кім болып жұмыс істегіңіз келеді? Я бы хотел поработать водителем. Мен жүргізуші болып жұмыс істегім келеді. Я бы хотел поработать водителем. Мен жүргізуші болып істегім келеді. А какой у вас стаж работы? Ал сіздің жұмыс өтіліңіз қанша жыл? А какой у вас стаж работы? Ал сіздің жұмыс өтіліңіз қанша жыл? Я до этого 5 лет проработал водителем финансовой организации. Мен осыған дейін 5 жыл қаржы ұйымында жүргізуші болып жұмыс істедім. Я 5 лет проработал водителем финансовой организации. Мен осыған дейін 5 жыл қаржы ұйымында жүргізуші болып жұмыс істедім. Отлично! Заполните анкету, и мы вам перезвоним. Өте жақсы! Анкетаны толтырыңыз. Біз сізге хабарласамыз. Отлично! Заполните анкету, и мы вам перезвоним. Өте жақсы! Анкетаны толтырыңыз. Біз сізге хабарласамыз. Рубрика «Новые слова». Жаңа сөздер айдары. Устаз – учитель. Устаз – учитель. Дәрігер – врач. Дәрігер – врач. Ғарышкер – космонавт. Ғарышкер – космонавт. Қаржыгер – финансист. Қаржыгер – финансист. Заңгер – юрист. Заңгер, юрист. Есепші, бухгалтер. Есепші, бухгалтер. Жүргізуші, водитель. Жүргізуші, водитель. Суретші, художник. Суретші, художник. Кітапханашы, библиотекарь. Кітапханашы, библиотекарь. Дәнекерлеуші, сварщик. Дәнекерлеуші – сварщик. Әнші – певец. Әнші – певец. Уважаемые друзья, я надеюсь, что вы нашли свою любимую работу. А если нет, то я вам желаю успехов и найти ту работу, от которой вы будете получать удовольствие. Құрметті достар, мен сіздердің өздеріңізге ұнайтын іспен айналысып жатқандарыңызға күмәнданбаймын. Ал егерде өзіңізге ұнайтын істі әлі таппасаңыз, онда болашақта өзіңізге ұнайтын жұмыспен айналысуға тілектеспін.